объясняю разницу между зарядными устройствами. Вот у меня есть оригинальный Apple, оригинальный Samsung и китайская фигня с Алиэкспресса и осциллометр, который меряет пульсации. Давайте попробуем сначала Apple. Так, он выключен сейчас. Apple включаем. Пошел, смотрим на VPP. Вот это VPP прыгает 70 милливольт прыжки. Это нормально. Вообще до 120 это нормально. Выключаем. Теперь китайский попробуем сразу. Китайский крутой. Всякие там есть желтые, зеленые, оранжевые. Smart Charge поддерживает. Посмотрим. Вставляю в зеленый. Во-первых, сейчас эта штука, которая дает нагрузку, вообще выключена. И уже 90-110 милливольт прыжки. Да еще и как попало. Вон какие-то пики есть. Сейчас я включаю на 1 ампер. Так как Apple. Вот этот Apple тоже 1 ампер. Включаю. Бум. 300 милливольт VPP. 300 милливольт прыжки. То есть очень нестабильное напряжение. Включаю, возвращается. То есть он в неработающем состоянии. Он может, то есть, лежать в полке в неработающем состоянии, и тогда он нормальный. Ну и Samsung еще. Давай попробуем. Да, Samsung в неработающем состоянии. 20-22 милливольта. Включаем. Семьдесят милливольт. Сейчас я включу на 2 ампера. То есть это же быстрая зарядка на 2 ампера. 54 милливольта. Отличная зарядная штука. На 3 ампера все равно нормально. Отличная зарядка.